Изображение дня, iPhone 2020 года во всей красе. Известный сетевой инсайдер Бен Гёскин опубликовал в социальной сети Twitter свежий концепт. На изображении показано, как может выглядеть iPhone, который компания Apple представит только в 2020 году. На рендере видно смартфон спереди. Можно заметить тонкие рамки, заметно меньше, чем в текущем поколении iPhone, и главное, переход от выреза челки к отверстию прямо в экране под фронтальную камеру. Сходное решение используется в ожидаемом флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10 Plus. Только здесь селфи-камера расположена не в правом верхнем углу, а вверху по центру. Еще одно отличие – у Samsung Galaxy S10 Plus фронтальная камера двойная, а в iPhone, судя по всему, одинарная, но дополненная вспомогательными датчиками. На прошлой неделе благодаря ресурсу Bloomberg стали известны подробности об основных камерах iPhone 2020 года. В них ожидается появление модуля для трехмерного сканирования. Также в 2020 году в смартфонах Apple должна появиться поддержка сотовых сетей пятого поколения. А вот складной iPhone с гибким экраном может так и остаться мечтой.